Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в обзоре вот такой номер отеля «Концепт». Отель находится в Москве, возле Ленинградского шоссе. Стоимость такого номера порядка 4000 рублей, чуть больше, чуть меньше, там в зависимости от дат заезда. Ну, собственно, поехали, что в номере есть. Выдается, собственно, вот такая вот карточка гостя, которая при активации включает свет. Вот он свет. Входит в стоимость номера завтрак. Ужин можно за доплату включить. Значит, в номере есть телевизор. Буклет с меню информации о гостинице, Wi-Fi и тому подобное. Дальше, значит, здесь у нас идет питьевая вода, чайник, чай, сахар бесплатно. Есть холодильник, так скажем, мини-бар. Но тут мини-бара нет, просто холодильник. В номере, значит, имеется диван, кровать. Есть комплектации как с двумя раздельными кроватями, так и с одной большой. Имеется кондиционер у нас. Здесь, значит, пульт от телевизора, от кондиционера, телефон. Можно позвонить администратору. Кровати очень удобные, мягкие. Как видите, матрасы совсем новенькие, чистенькие, не грязные. Под кроватью тоже вроде как чисто. Так, здесь у нас есть тумбочка, в которой какие-то провода лежат. Не знаю, что за провода. В принципе, можно ей пользоваться. Дальше, значит, мы идем. Здесь у нас два шкафчика, в котором лежат тапочки. Имеется сейф. Здесь вот описано, как им пользоваться. Бесплатный. Можно хранить сбережения свои на случай, если вы уходите куда-то. И еще один шкаф под вещи и тоже тапочки. Дальше мы, значит, заходим в ванну. Вот такой у нас душ тропический, как можете видеть. Туалет. И туалетные принадлежности у нас. Имеется тут гигиенический набор, зубной набор, шапочка для душа, мыло и там вот, видите, шампуньки. Различные гели для мытья. По полотенцам, вот видите, куча полотенец. Раз, два, три, четыре, пять. Я так понял, несколько ножных. Пять полотенец, раковина. Ну и, собственно, зеркало. Такое и такое. Да, по туалету здесь есть мойка. Сами знаете, для чего она и как она работает. Ну, собственно, вот и все. Подушки есть тропические, обычные, горячая холодная вода. Единственный минус в этой гостинице то, что она находится недалеко от трассы Ленинградского шоссе и КАДа. По ней ездит куча машин, шумно, собственно, вам спать будет не очень комфортно. И еще окна они, похоже, не моют. Как вы видите, смотрите, какие разводы тут на окнах. Просто ужасные. С той стороны, с наружней. Вот все видно, что разводы здесь ужасные. Да, если вы приехали на машине, то вы можете оставить свою машину вот там вот на стояночке. Сутки стоят 300 рублей. Карточку брать на ресепшене. Они вам дадут карту, туда заезжаете. Вот оплата, все через номер. Все, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Пока-пока.